Вакцинация против коронавируса в Балаково наращивает темпы. Многие жители нашего района получают уже второй компонент вакцины. Таковых больше тысячи. Первым компонентом привиты более 3500 балаковцев. Никаких серьезных осложнений. Может быть, небольшая кратковременная температурная реакция и боль в месте введения. Не более того. Ну, как я сказал, эта реакция, она кратковременная, ну, буквально несколько часов. В листе ожидания на вакцинацию не только граждане, которые хотят обезопасить себя от вируса, но и целые коллективы, где от состояния здоровья каждого зависит производственный процесс. Сегодня начальник производственного участка балаковского филиала АО «Апатит» Александр Воробьев пришел на прививку второй раз. 3 недели назад он получил первый компонент вакцины и сейчас делится с нами своими ощущениями. Первая вакцинация прошла абсолютно нормально, то есть я не чувствовал никаких ощущений там дополнительных болевых или еще каких-либо, да, температура была стандартная, то есть все это время до второй вакцинации я чувствовал себя абсолютно хорошо. Не жалуются на вакцину и коллеги Александра. Вообще, говорят медики, реакция на прививку наблюдается у очень маленького процента вакцинированных, и все симптомы исчезают очень быстро. Там используется вектор, это так называемый аденовирус, к которому прикреплен маркер, белок коронавируса. Поэтому какая-то реакция в виде простудной реакции, как при попадание в организм аденовируса, ну, она, безусловно, может. Ощущение, как вот легкая такая простуда. Но это буквально может быть 5% от привитых, и реакция очень кратковременная. Александр Овсянников уверен, борьба с коронавирусом у нас в районе идет эффективно. Уже сформирован некий коллективный иммунитет, и ему на помощь приходит вакцина. Многие, видя примеры своих родственников и друзей, тоже записываются на прививку. По моему примеру, да, уже жена согласна. То есть она в ближайшее время запишется и пойдет прививаться тоже. С родителями я разговаривал, не знаю, думают пока. На сегодняшний день в Балаковском районе работают 7 сельских и столько же городских пунктов вакцинации. На каждом из них медики могут сделать по 100 прививок в день. В листе ожидания уже несколько тысяч человек, и поэтому вся вакцина, которая приходит в балаковские медучреждения, быстро распределяется между желающими привиться. Особое внимание, конечно, работникам больших коллективов – медикам, заводчанам, сотрудникам полиции, педагогам, тем, кто входит в группу риска.